Hello. Who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Believe that Senua's reality is twisted. You must accept that yours might be too. Хей-йоу, друзья, мальчики, девочки, дамы и господа. Эй, жопа, ну-ка поздоровайся с ребятами. Ну это Darkness, это подписчики мои. Так, ну-ка не трогай мой монитор. Hellblade: Senua's Sacrifice приставку добавили позднее, компьютерная игра в жанре приключенческого хоррора. Разработанная британской студией Ninja Theory, за основу сюжета взята древняя скандинавская мифология. Год выхода 2017. Бюджет игры 2 бутерброда на троих и пакетик сока. Основной атрибут игры — это главная героиня, наделенная разработчиками психическим расстройством.
В основе ее психического заболевания лежат реальные исследования психоза. Игра создана на движке Unreal Engine и еще умудряется лагать. Вот как? Как можно было просрать сюжет игры? Вот как можно просрать бюджет, но не сюжет? При технически доступных средствах и возможностях Unreal Engine актриса ужасно суперски справилась с ролью главной героини. Она же сотрудница компании. Ей дали кровожадность, свирепость, бесстрашность, горячий нрав. Ей дали историю и легенду. Ей дали лицо, ее наделили страхом и страданиями. Игровой мир не выделяется. Типичная бродилка с элементами головоломок, с искривлением пространства, рунами и масками. Отсутствует фонарик. Факел Сиануа в руки берет лишь в определенных эпизодических местах. Наделенная разрабовской мудростью, которая не дает ей интеллект, а придает еще больше тупости и нелогичности в ее действиях и поступках. Грэнни отказывается одной рукой держать факел над головой и просунуть его в щель между прутами в заборе, а само прошмыгнуть под водопадом и подобрать божественную искру. С другой стороны... Боевая механика. Разрабы забыли добавить QTE. Да, может, и не обратили на это мелочь внимания, но при отсутствии руны Сиануа может подняться, если быстро нажимать кнопки влево-вправо и уворот. Только на экране этой подсказки нету, а наличие этой механики можно до конца игры не узнать. Собственно, как и нет сраных полосок с хпшками. Насколько сильны повреждения Сиануа, так зовут главного героя, можно судить по ее движениям во время схватки, где она пропустила пару ударов или вслушиваясь в голоса. В файтингах они помогают, координируют и заставляют атаковать врага в более высоком тоне, приказывая броситься на врага и закончить с ним. Сюжет. Так как аборты в древности были запрещены религиозно, то страдающая от болезни мать главной героини производит на свет дочку и передает ей врожденные пороки. Сама же мать была то ли принесена в жертву богам, то ли сожжена враждующим племенем захватчиков, то ли местными алкашами, непонятно. Порок Сиануа обычно называли либо даром, а носителя провидца, либо проклятием, а носителя ведьмы или колдуном. В зависимости от контекста местных обычаев и веры. Отец Гота пытается вылечить дочку кулаками по эболу и даже показалось изнасилованием. Но меч всему голова. Дочку, угрожая отцу мечом, сваливает из дурдома. К этому моменту она уже познакомится со своим возлюбленным, который не считает ее порок проклятием, а видит в этом дар и хочет ей помочь. В какой-то момент Сиануа возвращается домой, но видит там только смерть и страдающих людей чумой. Собственно, напуганные людишки обвиняют Сиануа во всех своих смертных грехах. Вскоре после этого на ее родную деревню нападают более воинственные люди. Кого-то забрали в рабство, кого-то убили, а ее любимого распяли согласно древним ритуалам. Блудливая Сиануа в этот момент заблудилась в лесу и спаслась, а при помощи компаса она потом возвращается домой. Слетев с катушек, разрабы из сумасшедшего сюжета сделали крупицу под названием сценарий, согласно которого Сиануа помешалась психически от увиденного и пережитого. С одной стороны, ее окружает реальность, с другой – ее собственный выдуманный мир, в котором она будет бороться с тьмой и ее приспешниками, пока ее путешествие в Хельхейм не закончится. Игра себя позиционирует как серьезная, творческая, дизайнерская с элементами психической дерзаемости. Поэтому шутки в сторону.
Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So we must carry his vessel to bring him back home. Говорить о том, что бюджет игры закончился после пролога, думаю, не стоит. Говорить о том, что разрабы проебали God of War в женском платье, думаю, не стоит. В таких случаях обычно говорят, лучше ничего не делать, чем делать плохо. Займитесь другим проектом, если бюджета на Hellblade не хватает, или не позволяет создать игру года, до того момента, когда средств будет достаточно, чтобы из всего, что есть в игре, реализовать не в сраной бродилке для мобилки с головоловками, а нормальную игру. Но если так задумывалось изначально, то геймдизайнеру проще работать не с игрой, а с грузовой платформой. Потому что все равно реализация игры на донном уровне. Элементарно. Два мира реальные и выдуманные. В реальном Синоэ борется с обидчиками, выдуманным, с монстрами и богами. Именно от этого стоило отталкиваться, в первую очередь, как мне кажется, и создавать два мира, в одном из которых Синоэ будет терзаться событиями из реального, а в другом забывать о богах, например, и отдаляться. Ну а что получилось? Сраная бродилка с отсутствием контраста и левел-дизайна. Отсутствие механики, физики, геймплея, отсутствие интереса играть, потому как сама героиня по ходу игры спойлерится. Либо придется сражаться с собственной тенью, ничего нового и потрясающего в этом нет, то есть она борется сама с собой постоянно по игре. Но либо в финале придется отдать свою душу взамен на душу своего любимого, что глупее только разменять $100 на 100 рублей. Одна душа все равно остается в заточении. Ну, либо уебищное клише супербосса в виде супервертолета. К счастью, всего этого дерьма тут нет. Если кто не понял, я топила за то, что игру специально сильно принизили до уровня сраной инди-игры. Действие, которое происходит в раннем средневековье. Быт этого средневековья никак не реализован. Из всех персонажей живает только Сенуа. Остальное отсутствует. Никаких героев мы не встретим. Никаких персонажей мы не встретим. Мир никак не реализован и не выделяется. У поляков поучитесь. Такие проекты, как Hellblade, нужно еще на стадии разработки замораживать, пока не появится шанс создать более качественную игру высокого уровня. А вопрос, с какого хера это меня должно вообще волновать, а с какого хера фанатов трилогии Mass Effect должна волновать Андромеда? Вопрос закрыт. Если разрабы не могут сделать из Андромеды Андромеду уровня Mass Effect, то в таком виде она нахер не нужна. Если разрабы не могут сделать Hellblade уровня God of War, то в таком виде Senua's Sacrifice нахер не нужна. Погонять в бродилки и головоломки я могу в более качественной реализации этих бродилок и головоломок. Да, в них нет файтинга, в Hellblade можно сказать то же самое. Но реалистичная анимация главной героини говорит об обратном. Файты достаточно интересные, но игра заставляет снижать темп и не дает красочно со вкусом разобраться с соперниками. На автоматическом уровне сложности файтинг превращается в типичный For Honor. Но менее интересным он от этого не становится, наоборот. Герой атакует и контратакует, не давая на секундочку расслабиться. Камера привязана в этот момент к персонажу, автозахват цели по шифту нету, но есть голоса в голове. Одни смеются, другие помогают в сражениях, третьи делают ставки. Четвертые разочарованы отсутствием зрелища. А это я по ту сторону монитора орал на Сенуа. Даже показалось, что в какой-то момент эта мартышка меня услышала и послала куда подальше. Че такое, обиделась жопа? На секундочку, добавьте в игру анализатора речи, и это будет второй прорыв этой студии в игроиндустрии. О чем это мы? О, темнота – это общий страх. Совсем не нужно иметь отклонение, чтобы, оставшись в одиночестве, испытывать дискомфорт. Разработчики слишком увлеклись темой психоза и забыли о простом человеческом страхе, который также требуется побороть в себе. Или наоборот, страх сделать своим оружием. Повествуя сюжет, разрабы забывают о его реализации в игровой механике. Боевой узор, который Сенуа могла бы на себе нарисовать, рисуется только нашим воображением после финальных титров в фильме о том, как игра создавалась. Из плюсов в плюс за имеющийся дизайн главной героини. Этот вариант бесполезен, безопасен, беспобо...
бесподобен, сука. Пылю за Вита третьего лица, от первого лица. Лишь одно дерьмо делают по цене AAA проектов. А плюс за актерскую озвучку. Музыка временами качественная, но реализовать ее при отсутствии всего остального не удается. Сюжет также передается не через сраные записки, которые уже всех задолбали. Может, не всех, но у меня точно. Я 4000 даю не за то, чтобы сидеть и читать сраную книгу в виде сраных листочков, в которых передается основной сраный сюжет, понять который можно, если найти все сраные листочки на всех сраных локациях. В Hellblade сюжет передается именно повествованием. Сюжет повествуется по ходу игры, а каменная консоль, активируемая Сенуа, может передать местные легенды скандинавов. И то, как стилистично это сделано, я нахожу новый жанр в компьютерных играх. А именно, игровая книга, которую не требуется читать самому, а внимательно слушать по ходу игры. И это впечатляет. Именно это и отличает данную игру от всего остального шлака в этом же сегменте. К счастью, мне все истории и легенды рассказаны. Но все же печально, когда главной героине такой детальный и очень качественный подход, а геймплей и дизайн локаций ужасный. В то время как основной сюжет повествуется самой героине, но при этом не обыгрывается дополнительно в виде событий и через персонажей, которых в игре нет, но есть психически больная дура, которой уделено слишком много внимания, чем другим элементам игры, которая пытается изображать больше истеричную стеру, чем воительницу. Игра могла бы получиться при наличии других игровых элементов и событий, о которых повествуется очень даже волшебно. Видите ли, руны у них являются чем-то необычным. Слишком много значений уделено этим рунам, чем подходу к игре. И то, что вы называете крадущейся во тьме, мы называем обычным стелсом в игре. Только реализация разная. Одни враги реагируют на звук, случайно изданный игровым персонажем, другие враги отвлекаются на звук шагов, а кто-то на звук брошенного кирпича с целью отвлечь внимание противника. В Hellblade странно, что монстры не слышат, как крадется Сенуа, и не чуют, как от нее воняет. Зато реализация стелса по звуку и подрубленная чуйка в виде дара, которым наделила ее родная мать, видеть то, что не видно обычным смертным, помогают ей найти в полной темноте канализационный колодец с откинутым люком. В основе рун лежат реальные исследования на тему вещей, которые видятся людям с отклонениями непривычно для обычного смертного. А я говорил, что ненормально видеть призраков в метро Исход. А меня упрекали: нормально, нормально. Ненормально, ни хрена. Голоса, которые шепчут Сенуа прямо в ухо, это прикольно. Даже иногда смешно, а иногда даже скучно становится, когда они пропадают. Потому что именно голоса нас развлекают, занимая большую часть игрового времени. Другую часть игрового времени занимает разгадывание головоломок. Потраченное на это геймплейное время колеблется в зависимости на сколько выкручена графика в игре. На максималках проще заметить искажение пространства и новые детали, которые появляются, когда персонаж находится приблизительно под правильным углом или случайно здесь мимо проходил. А то так можно застрять надолго. То, что разрабам кажется логичным, ну конечно же, это они придумали головоломки, но с точки зрения игрока логика отсутствует, а подсказок нет. Тем самым темп игры постоянно меняется и сбивается. Но и поиск знаков и сами руны – это естественно для средневековья. К самим загадкам и к самим знакам подход вялый. Потому что на двух бутербродах при голодном желудке фантазировать немножко трудновато, а вдохновение исчерпалось после пролога, на который ушли все силы. Слишком много внимания уделено гниде, которая расползается по руке главной героини и ползет до ее мозга. Восторженно визжа, игровые журналы опровергли миф о том, что героиня по ходу игры умереть не может от гнили. Как вы пишете рецензии, не понимаю, если в текст субтитров не смогли. Ну конечно же она не может умереть от гнили по сюжету. Насколько Hellblade является уникальной с точки зрения психоза главной героини, настолько же уникальной является игра про Бэтмена, где главный герой — это Джокер, который борется со своими внутренними проблемами, с окружением и еще с Бэтменом. Жертва сразу теряется, не успевает понять, что... Совет разработчикам. Полистать несколько серий манги. Там контента в виде разного рода чудиков на сотню игр с разным сюжетом хватит.
Яндекс.Маркет предлагает 1600 рублей за игру. На данный момент в Стиме базовая версия около 800 рублей. Несмотря на скучность локации и отсутствие живого файтинга, а враги вставлены, чтобы совсем не уснуть, под колыбель голосов, кстати, а почему не напевают, ну да ладно, стелса в игре тоже нет, потому как нет видимых врагов. Более серьезные крепыши появляются строго по сюжету, даже их достаточно, чтобы не спать за игрой. Самым унылым и скучным в игре нахожу, как уже сказал ранее, это дизайн и уровни и загадки. Вдруг она замечает надпись на дереве. Кайл плюс Стив. Стив, с тобой все в порядке? Кайл, это так мило. Значит, мы потом потрахаемся. А, то есть это так работает? Потому что никакой динамики, никакого темпа и никакой механики взаимодействия. Реализация, точнее подход, выстрадан программистами. Неэпических размеров мозг, который спрятан богами. Добавить стражников и неэпический механизм взаимодействия персонажа с мостом, который приведет весь механизм в действие, мы не можем. Я не говорю о сотнях персонажах, я говорю о ключевых сюжетах, о которых повествуется игрой. Элой, видите ли, у них херовый получилось. Horizon они закритиковали, говнюки сраные. А Black Tail охеренные, да? Вот на этом движке, протестированном крысами, который феном второй на максималках тянет. И будем потом играть вплоть до 2030 года. Hellblade у них офигенный. Чем он офигенный? Офигенный дофантазирует за человека, в обязанности которого именно эта задача и входила на стадии разработки игры. Но давайте поставим десяточку и будем фантазировать еще лет 20. А я не могу поставить этой игре оценку выше, чем среднюю. Даже если в ней используется качество звуковых эффектов и детально созданный персонаж, этого недостаточно. Точнее, этого достаточно, чтобы убить идею и саму игру. А еще она хватает по игре меч Одина. Да пздсмр кота проштармля. Да это сюжет для фильма, которому Игра престолов позавидует. Будем все же объективны. Пока гниль не расползлась и не поглотила все игровые магазины, и тьма не поселилась там. Но все же должен признать, Hellblade даже в таком виде вкуснее, чем многие игры за последний год-3. Разработчики дали понять, что при наличии третьего бутерброда в игру могли завести контент. И души разработчиков высокими оценками не спасти. Дадим им шанс. Второго не будет. Создателям игры удалось держать атмосферу до финальных титров. А и это моя оценка на этих воротах, на которые наложена неснимаемая печать руны. Ну все, жопа, теперь вали во тьму.